Подозреваемая была задержана с поличным. При личном досмотре у девушки было обнаружено свыше 20 доз наркотиков. Она призналась в распространении наркотических средств и указала адреса 8 тайников, в которых успела спрятать зелье. Уже получен результат исследования этих веществ. Это N-метилофедрон массой около 10 граммов и спайс свыше 30 граммов. Девушка помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность предусмотрена до 20 лет лишения свободы.